Привет, это канал Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами рассмотрим новую весеннюю коллекцию Норхен от Oriflame «Янтарный авантюрин». Мы обсудим с вами колье, серьги и кольцо. Поехали! Каждое украшение Норхен бережно упаковано в элегантную картонную коробочку фирменного темно-синего цвета. Внутри лежит шелковистый мешочек с кистями, брендированный серебристым логотипом коллекции. «Цветы? Весной? Как оригинально!» – язвительно говорила Миранда Присли в известном фильме «Дьявол носит Прада». Но, к счастью, модные дизайнеры не разделяют ее скептицизм и охотно используют цветочные мотивы весенних коллекций. Ведь это так женственно и романтично. И сейчас самое время сажать пышные клумбы и создавать эффектные букеты не только в саду, но и в ушах, на пальцах или на шее. И цветы этой весны родом из нулевых. Они яркие, заметные, в блеске стразов и кристаллов. И дизайнеры рекомендуют надевать флоральные серьги, кольца и колье в любой непонятной ситуации. И на работу, и на свидание мечты, и с джинсами, и с романтичными платьями, и с деловым костюмом. Совершенно в любых образах цветы обеспечат вам приподнятое весеннее настроение. И в коллекции «Янтарный авантюрин» мы находим отражение модных тенденций. Это необычные формы переплетения, как будто из фантазийного фильма, натуральные минералы и окрашенный жемчуг. И даже в коллекции мы находим символичных насекомых. Это пчелки, которые будут наделять владелицу своими лучшими качествами. Кстати, украшения-талисманы сейчас тоже отражают современный тренд на стремление к индивидуальности и защите. А пчела – это талисман, придающий уверенность и символизирующий мудрость, трудолюбие и порядок. Давайте начнем с колье «Весенний авантюрин». Это превосходный букет, который буквально кричит: «Весна идет, весне дорогу». И пусть каждый день будет наполнен положительными эмоциями, радостью, счастьем, а работать над усилением всех составляющих хорошего настроения у нас будет авантюрин. Колье с этим камнем можно использовать так же, как брошь. Колье легко снимается с цепочки, и вы сможете прикрепить этот кулон, который уже станет брошью, к вашему платью или рубашке. Длина цепочки 42 см плюс 8 см дополнительно. И завершается цепочка логотипом, знаком качества Норхен. Сама подвеска размером 4 см. Выполнена она из бижутерного сплава с покрытием цвета теплое золото. Эмаль оттенка цветущий лук. Также мы видим искусственный жемчуг, окрашенный оттенком ваниль. И, конечно же, ключевой элемент подвески – это желтый авантюрин. И также мы находим на подвеске россыпь сияющих кристаллов. Вот таким образом выглядит подвеска на шее. И я отмечу, что она очень легко снимается с цепочки, ну, трансформируется в брошь. Но это дает нам простор для трансформирования самой подвески, самого ожерелья. То есть вы можете взять свою длинную цепочку любую от любого другого ожерелья. Главное, чтобы оттенок совпадал, теплое золото. И, например, повесить эту подвеску пониже. Хорошо будет смотреться на каком-то закрытом платье, на платье-лапше, либо на водолазке, потому что очень эффектный кулон. И мне кажется, что на длинной цепочке он тоже будет выглядеть выразительным. Также в этой коллекции есть серьги каплевидной формы. Мы видим на них бусину, которая имитирует жемчуг. Это уже жемчуг цвета топленое молоко. Также здесь бусина авантюрина желтого, усыпанные серьги прозрачными кристаллами и такого же размера капельки эмали оттенков цветущий лук. Выполнены серьги тоже из бижутерного сплава с покрытием цвета теплое золото. Замок французская швенза. Это когда часть, которая заходит в ухо, выглядит как изогнутая петля. Она спускается к основанию мочки, где уже заходит в ободок, прикрепленный к площадке швензы. Длина каждой сережки 5,8 см. Вот такие эффектные серьги, прямо грозди цветов. Вот эта каплевидная форма, она напоминает гроздь, как будто вот цветы свисают, как в оранжерее. Но, знаете, вот такие эффектные украшения в районе лица – это спрос, который формирует культура Инстаграм. Сейчас
пользуются именно популярностью, в тренде, все, что выглядит эффектно в кадре. И ключевой нюанс при создании образа, ключевой именно акцент, чтобы вас хотелось разглядывать. Ну, в хорошем смысле, конечно же. Давайте посмотрим еще кольцо, которое представлено в этой коллекции. Это настоящее произведение искусства. Как сказала моя дочь: мам, смотри, клумба, когда мы рассматривали подобное кольцо в коллекции «Цветущий кварц». И это кольцо ручной работы. Тоже здесь мы находим бусину, которая имитирует жемчуг, она цвета ваниль и желтый авантюрин, вестник хорошего настроения. И также прозрачные кристаллы. Бижутерный сплав, покрытие цвета теплое золото и ширина кольца в самой широкой части 2,4 см, в самой узкой части 0,4 см. Смотрите, какая эффектная клумба. Это вот прямо действительно украшение, statement. Это вот этот тренд, который про эффектность, про броскость, про то, чтобы на вас останавливался взгляд, чтобы цеплялось за вас внимание. Это вот все вот эти вот современные модные украшения. Когда в целом образ сходит на нет, нейтральные оттенки, отсутствие макияжа, а украшения начинают играть первую скрипку. Это вот самые сейчас современные тренды. Вот таким образом выглядит вся коллекция в комплекте, хотя сеты сейчас практически никто не носит, но вы можете примерно представить, как выглядят вот эти серьги, кольцо относительно друг друга. Вы можете сочетать эту коллекцию с деловыми образами. Конечно, безумно красиво будет смотреться с романтичными платьями. Единственное правило, которого стоит придерживаться, что не стоит надевать эти украшения с одеждой, которая уже сама по себе имеет выразительный рисунок, либо контрастный оттенок, какие-то яркие цвета. Обязательно вот весь остальной ваш образ при носке этих украшений должен быть максимально нейтральным. Желтый авантюрин имеет еще одно название – золотой песок. Считается, что он очищает эфирное, эмоциональное, ментальное поле, пространство вокруг владелицы от негативных эмоций. Он привлекает удачу, везение, повышает ясность ума и интуицию и наделяет свою хозяйку жизнелюбием и оптимизмом. Многие сравнивают желтый янтарный авантюрин с маленьким солнцем, которое можно подержать в руках. А теперь это можем сделать и мы с весенней коллекцией Норхен от Oriflame. Делитесь в комментариях, как вам новая коллекция. Ставьте лайк, если вам был интересен и полезен мой обзор. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть видео о новинках Oriflame самыми первыми. Пока-пока!